Кажется, пришло время открыться. О романе Кэти Топури и рэпера с плохой репутацией Гуфа разговоры не смолкают уже больше года. Парочка постоянно интригует похожими снимками в Инстаграм, оставляя поклонникам надежду, но не делая официальных признаний. Да чего уж, и рэпер, и певица постоянно давили на то, что они лишь друзья. А коллеги Кэти по группе А-Студио вообще отказывались от комментариев, называя все факты бредом. Но вчера на официальной страничке Гуфа в Инстаграм наконец-то появилась совместная фотография в машине. Что это, очередной троллинг подписчиков или откровенное признание в день всех влюбленных? Надеемся, все-таки второй вариант.